Ну, а еще побегать, размяться и сделать правильное упражнение можно прямо сейчас во время всей республиканской зарядки в прямом эфире вместе с нашим опытным фитнес-инструктором, который уже появился в этой студии. Доброе утро, Анатолий Моисеев сегодня к нам заглянул. Доброе утро, Анатолий. Доброе утро. Ну, что сегодня будем делать? Сегодня я придумал для наших дорогих телезрителей гантельную зарядку. Я посмотрел, что в нашей студии имеется оборудование, и решил его немножко использовать сегодня. Ну, действительно. Давай, надо, да, то он просто для интерьера здесь все лежит, да. Я вечно спотыкаюсь, да. Давайте. Комплексное упражнение. Проработаем ножки, плечики, ручки и зарядимся хорошей энергией. Угу. Если останется время, сделаем еще два. Хорошо, поехали. Не пугай нас сразу же. Поехали. Ручки в стороны. Раз. Ручки вперед. Два. Ручки сгибаем перед собой. Три. Приседаем. Четыре. Встаем 5, выпрямляем 6, опускаем 7 и на 8 заканчиваем упражнение. Вот такой несложный комплекс мы сейчас сделаем несколько раз. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4, 5. Как легко, 6, Анатолий, делать это 7, упражнение с 8. Гантельками по килограммчику. 5, 6, 7, 8, милости просим, да, и все прямо повторили. Хорошо, давай еще что-нибудь. Давайте сделаем упражнение конькобежец вместе с гантельками. Представляем, что мы стартуем и делаем раз, старт, два, раз, два. Угол между ручками 90 градусов. Угу. Для всех, кто в детстве мечтал, оп, но кого да. не отвели. А потом можем ускориться. По конькобежному спорту. Ну, здесь даже есть элементы хореографии, я бы так сказал. Отлично. И третье упражнение. Гантельки маловаты, мешают. Вообще, по идее, хотелось бы поставить их в пол, упереться, и делать с ними упражнения, но не мой размер. Угу. То есть главное, чтобы не касались косточки рук? Да, главное, чтобы не касались косточки рук. Ну, сделаем облегченный вариант. На двух пальцах. Да, ну мне кажется, это шаолинь монахом. Смотри, сейчас Анатолий тебя вызовет на батл. И там вот эти отговорочки, я в пиджаке, я в костюме. Не-не, там у меня одна будет отговорочка. Слушай, у меня на баяне фадия, знаешь, пальцем. Уже можно начинать? Да. Это мы специально тебя потомили. Стоим в планке на прямых руках и просто отводим ручку в сторону. Оп. А вот это уже нелегко. Почти как в стойке. Угу. И что у нас напрягается? То есть пресс, работает грудь. Пресс очень хорошо. А плечевой пояс мы просто разогреваем. И чуть-чуть разогревается поясничка. Ну, Анатолий, чтобы тебе легче делалось, можем тебе спеть песенку. Вот такой вышины, вот такой ширины. Да, а после таких упражнений... Ну, передохни, Анатолий, передохни. А с песенкой вообще хорошо получается. Спасибо. Спасибо за увлекательную... Правильную спортивную зарядку. Анатолий Моисеев сегодня у нас был в гостях, поделился секретами здорового образа жизни с зрителями программы «Добрый ранец и Беларусь».